достаточно время, да, мы сегодня вам выделили, чтобы можно было по парке, но тоже, может быть, кто-то слышал, это вот различные всякие направления, типа, то его еще пока не строят, но картинки есть, да, вот, ну и плюс это депо все-таки, ну, веерное, да, такое. Если изначально не запроектировали, если изначально не запроектировали, то не стать дистанция, ну, они этим не пользуются. Они у нас пытаются, вот, аттракционы. И вот, конечно, это первая дорога, и вообще случилась вот такая вот беда наша Красноярская. Вот, поэтому вот так вот. Детские железные дороги у нас продолжают. Железные дороги, да, появилась вторая трасса. Вот, то есть есть историческая, есть новая трасса. Вот, поэтому, ну, в принципе, вообще, конечно, Российская Федерация, ну, и РЖД, это единственная компания, да, которая сумела сохранить детские железные дороги и приумножить. Все-таки, да, детские железные дороги за последние 20 лет появились в Кемерово, в Новосибирске, в Казани, вот, да, ну, и новая трасса все-таки на месте, ну, как принято говорить, насыпи Царско-Сельской железной дороги, вот, тоже была открыта. Вот. Ни одна бывшая союзная республика себе этого позволить не смогла. Более того, там Прибалтика сразу все закрыла и прикрыла. Вот. Казахстан, ну, тоже в очень странном состоянии. Мне очень нравится Беларусь, которая одна детская дорога в Минске, в столице, очень удобно. Она одна. Дети управляют, допустим, таким простым. А? Паровозы, дети? Нет, паровозы, дети нигде, в общем-то, не работают. Mm-hmm.
специально запрещено. Вот, ну да, так случилось, что да, мы сами понимаем, что детские железные дороги советские, до 60-х годов, они были контрольные дороги, и дети сами сами понимали, сами понимали, дежурные, вот. Вот, два. И дальше идет ПВ-40 с Тюмени. Вот, он чуть подстарше, 62-го года. Какие мы с вами увидим, прокатимся. Вот, я вам покажу, чтобы вы увидели. Потому что эти модификации все-таки подстарше. Вот, там уже 2000 какой-то номер. А так, вот видите, еще есть... Yep.